нас проходит акция антитабачная «Мы за чистый воздух в Сочи». В рамках этой акции мы попали на эту улицу и увидели вас. Поэтому хотим с вами чуть поговорить. А возможно? Я не хочу с вами разговаривать. Ну, все-таки ответьте чуть-чуть на мой вопрос. А вы курите в общественном месте? Вы курите в общественном месте. Так, я уже не курю. Сигарету дама затушила сразу же, причем окурок убрала в сумочку. То, что сквер, у набережной, общественное место и отдыхать на лавочке в дыму нельзя, многие и не знают. Некоторые даже спускаются к речке, чтобы покурить. Но в беседе с борцами за чистый воздух соглашаются. Сигареты – это плохо. Все понятно, бросаем курить. Какие вы умницы. Пусть и единичные, но все-таки результаты от таких рейдов есть. Сотрудники мэрии, Центра медицинской профилактики и активисты Управления молодежной политики еженедельно инспектируют улицы курорта. Они напоминают курящим, что в стране действует закон о запрете табакокурения в общественных местах. Мы задаем вопрос такого характера, что а вы бы закурили сейчас, если бы рядом с вами был ваш ребенок? А вы бы закурили, если бы рядом с вами была беременная женщина? То есть мы напоминаем курильщикам о том, что не надо забывать, что в общественном месте на улице могут оказаться совершенно разные люди, которым абсолютно противопоказан табачный дым. Активисты не ограничиваются общением с курильщиками на улицах. Они заходят в кафе и рестораны, предлагают руководителям заведений убрать со столов пепельницы. Инспекции проводят и на пляжах. Разговоры о ценностях здорового образа жизни приносят свои результаты. В Сочи, отмечают и жители, и туристы, стали меньше курить в общественных местах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.